Добрый день, уважаемые виноградари! Сегодня у нас 17 августа 2020 года. С Владимиром Мисанком мы находимся у меня на винограднике, город Полтава, Украина. Для вашего внимания предоставляем гибридную форму Калугина Виктора Михайловича под названием Альянс. Чем она характерна? Это прежде всего ранние сроки созревания. Ягодка здесь является до 20 грамм. Срок созревания 105-110 дней, грозди от 700 грамм до 1500. Но учитывая то, что она в этом году опылилась очень хорошо, много ягодок на ней появилось, ягодка немножко поменьше. Но тем не менее вкусовые качества у нее точно так же на высоте. Вот обратите внимание, в том году ягодка была покрупнее. Владимир, попробуйте ягодку, она должна быть хрустящая, сочная, с хорошим уже сахаронакоплением. Что вы скажете, продегустировав эту ягодку? Хруст великолепный. Мякоть мясисто-сочная, вкус прекрасный. Прекрасный вкус. Вот такая она в разрезе. Правда, сок я высосал. Вот там три косточки. Вот. Хорошая ягода. Уже полностью готова к реализации. И будет радовать покупателей, правильно? Да. Либо хозяев участка, когда будем кушать ее. Вкус приятный такой, с приятным, непростой вкус, гармоничный, с таким каким-то приятным сортовым привкусом. Преобладание сахара уже идет над кислотой, но в то же время кислота дополняет вкус этого винограда. Очень хорошая гибридная форма и урожайная. Она это один рукав, и там точно на этой плоскости, и там на той плоскости тоже есть представлен Альянс. И обратите внимание, ну вот такой стандартный размер ягодки, вот на небольшой гроздочке, видите, мы пятачок приложили. На больших гроздях, с учетом такого большого хорошего опыления, она немножко помельчала. Ну, вкусовые качества от этого не ухудшились. И вот она начинается, это Альянс, вот оттуда и пошла. Какую нагрузку тянет куст, и при этом сроки не уходят созревания. А вот такая гибридная форма Калугина Виктора Михайловича под названием Альянс. Достойная форма для выращивания, тем более, что это очень ранний виноград. Еще ничего нету. Состояние этой формы винограда в прошлом году смотрите в этом фильме. А сравнение ее с другими ультраранними формами смотрите в этом. Ссылки для просмотра в конце ролика. Ну что, спасибо, Александр, да, за то, что показал. Да, и спасибо всем, кто смотрел. Пожалуйста, смотрите, любуйтесь. Если есть возможность, то дегустируйте, кушайте. Всем шикарных урожаев, здоровья и до встречи в следующих видео. До свидания. До свидания.